Когда приходил Иисус Христос 2000 лет назад, Он являлся не один. С Ним была верховная жрица матери Исиды Магдалина, Мария. Это была Его возлюбленная, это была Его супруга. Они были полноценными в любви, в счастье, в духе. Они были едины во всех семи телах. Но Он в ту эпоху играл роль Мессии. Это был Хор, Гор. Гор – сын Исиды. Имя его Иисус, Ис, Исида. Ус – это трон, это наш древний язык, древнерусский, сурский, сирийский. Вы не бойтесь этого слова «Русь». Это сейчас специально так все сделали темные, чтобы корней вас лишить. Русь была, есть и будет. Наоборот, Сур, Сурья. Сурья – это солнце. Солнце есть, вот это вот неоновое солнце Атлантиды. Солнце сирюсианское – это Ра, это свет, это надмирный свет. А наше с вами солнце – это искусственное. Искусственная солнечная система после крушения Атлантиды. И вот сейчас, когда совершится снова переход в открытое пространство света, когда снова Земля переживет физиологическую смерть, потому что был вариант, когда она могла бы быть спасена в 93-м году, если бы набралось это число света, если бы мне не мешали эти темные, собралось бы царство света, и все, люди начали бы мыслить по-другому. И Земля полностью поменяла бы все свои метафизические структуры. И не было бы вот этих содроганий, которые сейчас происходят повсеместно. Все закономерно. Что вверху, то и внизу. Это закон. И я хочу, чтобы все, кто со мной соприкасаются, вмещали. Если вы это вместите, вас никакая тьма не возьмет. Я еще вам потом скажу об имени, я вам его еще раз расшифрую. Скажу о вибрациях, о высших и о защите, которая вам необходима. Вот чтобы пережить вот этот негатив и шквал, который со всех сторон идет сегодня. Потому что идет кодировка страшно. И если вы сейчас получите вот этот иммунитет света, вам ничего не будет страшно. Но это же не просто информация. Это космические знания. Даже не знания, а знание. Космическое знание. И если вы начнете сейчас к слову обращаться, вы поймете, насколько все просто вокруг. И обретя ключи, этими ключами можно будет открывать все. Начиная от самого себя изнутри, исцелять себя, очищать, переходить в другие сферы, левитировать, трансформироваться и полностью быть подготовленным к любым катаклизмам. И распознавать окружающий мир тоже сумеете.